Привет! С вами Академия Sony. Меня зовут Евгений Рыбкин, и сегодня я расскажу вам об одном из главных преимуществ современных беспроводных наушников — цифровом активном шумоподавлении. Как же оно работает? У наушников есть внешний микрофон, который улавливает окружающие звуки. В зависимости от того, где находится человек, звуки эти могут быть самыми разными. Это и гул мегаполиса, и шум машин на дорогах, и плач ребенка в автобусе, и так далее. Внешний микрофон ловит все эти звуки снаружи. Затем процессор вычисляет их частоту и фазу, и уже внутрь уха выдает точно такой же сигнал, но развернутый на 180 градусов. Тот же самый городской шум, но наоборот. Получается как бы искусственное столкновение двух сигналов, которые взаимно гасят друг друга. Представьте морскую волну, идущую на берег. Если с берега ей навстречу направить точно такую же волну, они встретятся и погасят друг друга. Таким образом, до нашего уха шумы уже не доходят. Мы слышим только то, что нужно — чистую музыку. Но неужели все так идеально? На самом деле, от абсолютно всех шумов система не ограждает. Однако самые раздражающие точно слышны не будут. А кроме того, в наушниках есть умный режим адаптивного шумоподавления. Это когда наушники сами определяют, где вы находитесь, и включают подходящий режим шумодава. Миф о том, что цифровое активное шумоподавление еще сильнее вредит слуху, чем обычные наушники, это действительно просто миф. Наоборот, амплитуда мусорных звуковых волн стремится к нулю, ведь, как мы уже сказали, звук шума с улицы сталкивается с антишумом, и значит, мы слышим только музыку. В этом и есть смысл шумодава. И это уж точно намного безопаснее, чем попытка убрать посторонние шумы, увеличивая громкость музыки в плеере. Систему шумоподавления в своих наушниках Sony применяет аж с 2006 года и, в отличие от многих других, имеет огромный опыт в этой технологии. В линейке товаров Sony представлено множество наушников с функцией цифрового активного шумоподавления. Это и наушники XB900N, и полюбившиеся всем наушники WH-1000XM3 с умным режимом определения высоты для комфортных авиаперелетов. И, конечно же, настоящий хит — True Wireless наушники WF-1000XM3. И это далеко не все модели. Вот такая чудесная технология. С вами была Академия Sony. До новых встреч!